Папуги завжди притягують, особливо, якщо вони красиві та розумні. Нещодавно маленька компанія зустріла рожевого какаду. Сьогодні ми розповімо про нього як про особистість рожевого какаду Ромо. А наступного разу поділимося розповіддю про рожевих папуг взагалі. Попугайчик – это розовый какаду, очень редкая птичка. На самом деле на Украине таких совсем немного. Можно даже сказать, что можно в принципе на пальцах пересчитать. Но такого, как наш, я думаю, что нету нигде, потому как птичка приехала совсем недавно. Птичка абсолютно молодая, полностью ручная. Птичка пытается разговаривать. Просидел у нас 5 дней, он уже пытается сказать «Рома, Рома хороший». До того ж, виявляється, що рожевий какаду Рома ще й дуже ніжний птах. В принципі, дається цілуватися, дуже любить цілуватися, дає себе в руки взяти. Обов'язково, якщо засовуєш клітку в руку, він залазить на руку, не кусає, абсолютно не агресивен. Ну, коли к нему, йому не уделяєш внимання, столько, сколько он хотел бы, да, Ромочка, он начинает кричать, начинает требовать, требует к себе внимания. Дійсно, такий птах може вимагати уваги, адже окрім того, що він красивий, він ще й розумний. Кормят его, в принципе, кормом смешивают корм для больших попугаев, для ар, для жако, и также добавляют 50% корма для нимфы, для средних попугайчиков. Еще наш Ромочка очень сильно любит всевозможные фрукты, овощи. В принципе, он всеядный, это может быть виноград, яблоки, апельсин, банан, а больше всего он у нас любит сладкий перчик. Те, що Рома птах не агресивний і що його можна приручити, було ясно з першого погляду. Птичка изначально пришла, то есть она видно, что контактная. Если подносишь руку, она не пытается кричать, она не агрессивна, она не пытается укусить. То есть он пытается просто клювом попробовать тебя, познакомиться с тобой. Также птица, в принципе, абсолютно спокойно относится к тому, что люди подходят к клетке, там, не бросается на пол, не кричит, не рычит. Также очень как бы, такой большой знак, что птичка, в принципе, ручная будет и будет говорить то, что он пытается издавать звук. Всевозможные, как бы общаются на своем языке. Это говорит о том, что птичка будет разговаривать. Дійсно, Рома вже навіть намагається вимовити деякі слова. Аби птах справді став розмовляти, потрібно щоденно з ним займатися. В принципе, как и любому другому животному, когда мы заводим животное, мы берем на себя ответственность за него, и поэтому мы должны уделять ему как можно больше внимания. Хотя бы, если, к примеру, мы уходим на работу, то хотя бы с утра до работы какое-то, пусть 10-15 минут времени, поговорить, там, погладить, может быть, попытаться руку засунуть, предложить какое-то лакомство. Точно так же, придя вечером с работы, это не составит большого труда, можно тоже, в принципе, с птичкой пообщаться, и для себя разрядка будет, и для птички приятно. І якщо кожного дня повторювати птаху, що він гарний, красивий, та називати його на ім'я, можна бути певним, що рано чи пізно ви почуєте від нього ці самі слова. Он, в принципе, еще молодая птичка, а единственное, что он, как бы, в принципе, по размеру он больше не станет, чуть-чуть просто возмужает, округлится, и единственное, что хохолок вырастет, что свойственно какаду, большой хохолок. Хохолок немножко подрастет. Що ж, маленька компанія спробує незабаром завітати до рожевого какаду Роми ще раз. Сподіваємося, що тоді ми зможемо почути від нього слова та навіть цілі фрази.